Ежегодно в городе Витебске проходит крупнейший международный фестиваль искусств «Славянский базар». Это грандиозное мероприятие собирает тысячи артистов, музыкантов и гостей из разных уголков мира. «Славянский базар» в этом году проходит с 11 по 14 июля, но отдельные мероприятия стартовали еще в среду. О том, что значит «Славянский базар» для нашей общественности, говорим прямо сейчас в программе «Мнение». Это «Беларусь-4 Гомель», меня зовут Михаил Садовский, здравствуйте. С нами на связи главный редактор газеты «Минский курьер» Кирилл Казаков. Кирилл Владимирович, доброго дня. Добрый день. Стартовал фестиваль «Славянский базар». Фестиваль можно назвать, наверное, все-таки такой визитной карточкой Республики Беларусь. Как считаете, можно ли этот фестиваль называть таким социокультурным феноменом? И как он трансформировался с течением времени, потому как знаю, что воочию видели не раз? Ну, на самом деле, фестиваль, как мне кажется, изменился от такой визитки или агитки ретро-шлягеров, которыми он представлялся там, в середине 90-х, в конце 90-х. Это был такой фестиваль, прежде всего, российской эстрады, которая приезжала немного погулять и, возможно, даже заработать денег. Но теперь можно говорить о том, что «Славянский базар» – это прежде всего некое единение культуры тех народов, которые противостоят вообще всему либеральному и западному. Как бы странно это ни звучало, но, например, «Славянский базар» у меня сразу возникает, когда ты говоришь о каком-то антиподе Евровидения. Вот почему-то так. Очень многие люди воспринимают именно так, именно вот эти вот фестивальные дни «Славянского базара», потому что ну, праздник действительно на улице, праздник он в каждом музее, на каждой площади, в ресторанах, в кафе, на концертных площадках. Город действительно становится неким таким большим-большим фестивальным, не знаю, как карнавалом, может, в какой-то мере. Вот. Но при этом этот карнавал такой славянский, и вот президент хорошо сказал о том, что «Славянский базар» — это теперь не только славянский фестиваль, потому что очень много приезжает, в том числе, например, артистов из Латинской Америки, ну, из Кубы, например, да, из Казахстана, из Азии. Вот. И еще раз повторюсь, что, возможно, вот в этот переменчивый геополитический момент «Славянский базар» становится культурным ядром именно вот главного такого, главной части мира, которая противостоит либеральным ценностям. Кирилл Владимирович, следующий вопрос, с вашего позволения. Вот традиционно, как вы уже сказали ранее, на фестивале принимали участие в основном артисты из России и Беларуси. Но вот сейчас действительно большое представительство, могу ошибаться, на 38 стран, по-моему, в этом году к нам приезжают. Вот, но если говорить именно про Беларусь и Россию, как вот сохранение традиций вот этих, да, как какие-то деловые переговоры помогают интенсификации сотрудничества внутри союзного государства? Ну, это становится еще одной точкой притяжения для людей, которые отдыхают в Беларуси, россиян. Это такая бытовая штука, которая в любом случае является самой близкой, самой крепкой связью между двумя народами. Мы вот говорим «Союз Беларуси и России», имея в виду, может быть, политические элиты. Но для белорусов, россиян, которые живут, не вдаваясь в политику, «Славянский базар», «Минский замок», «Несвежский замок», поездки на Байкал, в Москву и Питер, они как раз являются вот той самой главной такой фундаментальной основой для создания большого союзного государства. Поэтому, когда россияне, например, приезжают в Витебск, они находят какие-то свои интересные моменты, которые объединяют два государства. Ну, например, музей-усадьба Репина, которая под Витебском находится. Естественно, все говорят, ну да, Репин, это же, в общем-то, наше все, и белорусское оказывается, и российское оказывается. Вот. И западная Дона, речка, которая тоже, по идее, во многих русских сказаниях описана и является в том числе и российской. Город Полоцк, который является колыбелью русской земли, но при этом он является как бы такой важной составляющей в российской истории. То есть у нас очень много объединяющих вещей, которые вот именно такие фестивали и концерты, может быть, укрепляют. И слава богу, что мы не думаем о том, что «Славянский базар» – это очередное такое вот большое чиновничье мероприятие, на которое должны приехать серьезные солидные министры. И вот именно это и является основой всего «Славянского базара». Нет, праздник народный. Народный, человеческий, гражданский. И, как я еще раз говорю, он гуляет всем городом. И то, что сюда приезжали, например, российские звезды, которых можно было увидеть прямо на улице, это было определенным таким
ну не знаю, цинусом этого славянского базара, и сюда действительно старались люди уехать для того, чтобы в неформальной обстановке поговорить, ну, например, там, с Бабкиной, с Зыкиной, увидеть там Лепса, то есть фактически вся советская эстрада, перекочевавшая в статус российской, она побывала на славянском базаре. Люди, которые туда ездят традиционно каждый год, они могут говорить, ну, там, у меня фотографии есть практически со всем звездным небосклоном советского и российского шоу-бизнеса. Слушайте, ну, не могу не отметить, что в этом году есть принципиально новая фишка. На славянском базаре будут выступать не только артисты, активно участвуют блогеры. А вот уже множество лет во время, в ходе славянского базара проводятся конкурсы, какие-то песни, конкурсы танцевальные, для молодежи. Вот насколько славянский базар можно назвать такой площадкой передачи опыта и сохранения каких-то культурных исторических ценностей? Ну, смотрите, славянский базар — это же ведь не, ну, скажем, такое одно направление музыки, андеграундное, попсовое, например, или рок-музыки. На славянском базаре всегда был любому человеку. То есть начиная от продажи свистулек и льняных рубашек, заканчивая, не знаю, какой-то хорошими диджейскими сэмплами на центральной площади Витебска, когда молодежь просто приезжала, и с утра до вечера они слушали какой-то свой полифонический звук для того, чтобы просто потанцевать и отрываться, по-другому это не называется. И сейчас мы просто можем говорить, что славянский базар — это не просто там передача опыта, ну, это очень так гламурно не звучит, это звучит более, не знаю, пафосно, что ли. Славянский базар — это просто отображение той действительности, которая есть. Мы понимаем о том, что там очень часто снимаются концерты новых телеканалов, которые только начинают работать. Это 100%, ну, базар, он и есть базар, можно найти все, что угодно. Понятное дело, что популярными и современными, естественно, что, вот, ну, собственно говоря, они стали ритмом славянского базара, который интересен и сейчас. Вот не могу не спросить про международную повестку. Не так давно, в мае, в середине мая, Владимир Путин заявил о том, что альтернатива Евровидению может быть создана, Интервидение, но при этом мы знаем, что у нас есть вот прекрасный славянский базар, который собирает множество стран под своим крылом. Вот как считаете, опыт проведения славянского базара может быть как-то интегрирован в другие международные фестивали, куда приедут не только представители славянской культуры, не только там Латинская Америка, но и фактически, вот Беларусь вступила в ШОС, но вот половина человечества может приехать к нам. Ну, во-первых, дирекция фестиваля может похвастаться тем, что они, в принципе, развивают фестивальное движение в Беларуси. И фестиваль фестивалей — это как раз-таки оттуда, из этих кабинетов дирекции славянского базара и дирекции концертного зала «Витязь», который, собственно говоря, организовывает все это мероприятие. Поэтому само понятие фестивального движения у нас действительно связано со славянским базаром напрямую, хотя у нас есть такие замечательные фестивали, как «Золотой шлягер», например, или фестиваль белорусской песни «Молодечно». Есть как бы такие вещи, которые, может быть, несут, ну, четко-четко правильную и, может быть, конкретную историю той или иной песни, да, или того или иного направления. Славянский базар, еще раз, он базар. Там можно купить все, увидеть все, услышать все. И я уже стал говорить о том, что для меня, например, лично славянский базар — это антипод Евровидения. Хотелось бы, конечно, чтобы славянский базар занял место там Интервидения здесь у нас на территории там бывшего Советского Союза, территории, которые входят там в тот же самый ШОС, как вы, Миша, говорите. Но мне кажется, что славянский базар, прежде всего, это еще и коммерческое предприятие. И мне бы хотелось, чтобы у него все-таки конкуренты были. Интервидение тоже было как конкурент тому самому славянскому базару. Потому что чем чаще, тем больше мы даем площадок для наших музыкантов, музыкантов с нашей территории, с территории ШОС, как бы мы это ни хотели, с территории БРИКС, с территории союзного государства. Если они будут иметь больше площадок выступать у нас, они будут больше заняты круглый год, и им точно не захочется ехать на то же самое Евровидение. Мы должны как бы такой, не знаю, постоянно необходимость выступления наших артистов на разных площадках, начиная там и города, заканчивая Интервидением и славянским базаром, для того, чтобы они не старались смотреть на Запад. Это, ну, не знаю, может быть, такая радикальная история, но мне кажется, что она должна помочь сохранить в том числе и нашу
как бы это ни звучало тоже сейчас грустно, глупо или, как кто бы сказал, смешно, нашу славянскую попсу. Она является частью нашей истории, частью нашей культуры, и это вырезать, выкинуть невозможно, и Славянский базар тоже является таким вот, такой площадкой, которая эту самую популярную музыку преподносит и дает возможность ее слушать всем. Ну, слушайте, не только попсу будут слушать гости, насколько я знаю, славянского базара. И рок будут слушать, и джаз будут слушать, и рэп будут слушать, все будут слушать, конечно. Кирилл Владимирович, ну и завершающий вопрос. Вот за годы существования, давайте признаем, что Славянский базар, он так реформатировался, он масштабировался, он стал гораздо грандиознее. Ну и вот когда смотришь картинку по ТВ, в интернете, когда приезжаешь на Славянский базар, понимаешь, что это очень медийно-привлекательное мероприятие. Но вот если в целом по Беларуси, вот за эти 33 года независимости, как считаете, наша страна медийно именно стала более привлекательной? Мы стали не просто более привлекательными, мы, ну, как бы, последнее время в таких топах, чатах всех туристических предложений не только в России, но и вот во всем русскоязычном пространстве и пространстве, в котором живут выходцы из бывшего Советского Союза, ну, например, тот же самый Израиль, и у нас отличные фестивали музыкальные не только в городах, но вот, например, «Солнцестояние» у нас был рок-фестиваль Брестской области в Пружанах. То есть мы можем предложить очень много всего того, что раньше являлось традиционным. Да? У нас нету гей-парадов, и вот это очень сильно притягивает сюда людей. Кирилл Владимирович, огромнейшее вам спасибо. Позвольте сказать, за уделенное время, за то, что в наш эфир пришли и дали возможность ваше мнение услышать. До свидания. Спасибо, Миша. Спасибо. Продолжим разговор через считанные секунды, не переключайтесь. С нами на связи депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Сергей Клишевич. Сергей Михайлович, доброго дня. Здравствуйте. Традиционно во время проведения Славянского базара проходят и дни союзного государства. Этот год не стал исключением. Вот расскажите, какие вопросы традиционно помогает решить проведение этих двух мероприятий фактически, но в одни дни? Ну, мы с вами прекрасно понимаем, что культура – это то, что объединяет. Это даже сейчас, когда достаточно сложные отношения у нас с нашими братьями, славянами, с некоторых государств, их представители будут участвовать. И, конечно, это сегодня есть, так скажем, главная миссия этого фестиваля, который столько лет глава государства наш поддерживает. Он позволяет, так скажем, теплиться вот этому угольку мира, созидания и дружбы. Поэтому, конечно, в рамках парламентского работы нашей комиссии, профильной комиссии парламентского собрания, мы будем обсуждать вопросы, связанные с тем, как, так скажем, сегодня нам этот уголек не просто, так скажем, раздуть, да, чтобы разгорелось пламя по тем направлениям, где сегодня пока это все еще тлеет. Вот. Ну и, конечно, нет предела совершенству, мы должны постоянно следить, так скажем, за новациями в этой сфере и предлагать в том числе и помогать нашим органам государственной власти, коллективам творческим, общественным объединениям, которые задействованы в проведении того штабного мероприятия, помогать им соответствовать времени и отвечать, чтобы фестиваль отвечал запросам зрителей. Мы видим, если, скажем, где-то мы запоздаем немножко, то, конечно, мы можем сегодня многое упустить. Это недопустимо, поэтому фестиваль, как это всегда было, должен проходить на традиционном уровне, и еще не начавшись, так скажем, и не закрывшись, не закончившись в этом году, уже автоматически начинается подготовка к следующему фестивалю. И вот этим, в принципе, мы сегодня и живем. Сергей Михайлович, позвольте следующий вопрос. Вот бытует мнение, что Славянский базар давно перерос из просто культурного мероприятия в такую площадку для деловых переговоров. Вот подскажите, насколько этот тезис справедлив, и можете ли привести пример каких-то договоренностей, которые были оформлены в ходе проведения Славянского базара? Ну, мы с вами знаем, что фестиваль, он на то и фестиваль, для того, чтобы не заканчиваться лишь на творческих вопросах, на конкурсах творческих, да. Мы, в частности, с вами знаем, что в рамках фестиваля пройдет форум, женский форум, бизнес,
форум, да, женский бизнес-форум, если так резюмировать, да, где конкретно наши представительницы прекрасного пола, имеющие отношение к самым разным сферам социально-экономического развития, будут, скажем, обмениваться мнениями, контактами, может, и соответствующие договоренности устанавливать, да, которые в последующем могут вылиться в конкретные финансово-экономические проекты. Этот форум, мы знаем с вами, не первый, он проходил и в прошлом году. Вот. Но это то, что скажу из официального. Ну, кроме того, есть и неофициальные контакты, которые позволяют тоже сегодня нам находить, так скажем, общий язык с нашими партнерами, потому что достаточно много предприятий, организаций, учреждений приглашают своих партнеров с других государств, с других стран и с России, в том числе как раз-таки на этот фестиваль в качестве и презентации нашей страны, в качестве такого подарка президента, если хотите, ну и в качестве, конечно же, площадки, где можно решать многие, в том числе и торгово-экономические вопросы с нашими партнерами. Конечно, сам формат форума, сам формат фестиваля, он позволяет, сегодня располагает к позитивным, положительным решением во время проведения вот таких вот переговоров. Сергей Михайлович, вот вы сказали про к позитивным каким-то решениям приводит фестиваль. А как считаете? Ну вот понятно, что деловые переговоры лучше вести с глазу на глаз, да? Но вот когда это происходит не просто на какой-то бизнес-площадке, а вот действительно в ходе такого масштабного культурного фестиваля, добавляет какую-то фишку, скажем так, это в проведении переговоров? Ну, естественно, почему я говорю, это фон, естественно, намного влияет, да, можно за столом, вот как мы здесь сегодня, я, к примеру, нахожусь, это один эффект, один результат, а можно закрепить такие договоренности или нащупать какие-то новые точки совместного сотрудничества на таком фестивале, тем более, еще раз повторю, что он объединяет достаточно большое количество сегодня государств, далеко не только Российскую Федерацию, но и мы знаем уже давно, не, так скажем, не славянский, потому что... 38 стран, если я не ошибаюсь, приедут. Самых разных, да, национальностей, самых разных государств. Ну, конечно, основная площадка – это Беларусь, славянская страна, поэтому, естественно, традиционно это славянский базар, но с приглашением представителей самых разных культур. Конечно, знакомство во многом с нашей страной начинается с культуры, то, что способно пробить любые границы, любые санкции, любое, так скажем, давление, культура. Что, кто против культуры сегодня? Кто что-то, так скажем, предъявить сегодня нашим деятелям культуры? Хотя вот эти так называемые демократы западные, они кому хоть что угодно могут предъявить, и даже в песне, так скажем, найти в стихотворении, в песне, там, в детской песне найти какую-нибудь школу и, так скажем, все это интерпретировать против государства, против народа. Это, естественно, к сожалению, сегодня происходит. Да? Но нам, в принципе, плевать на их такие, скажем, замечания там, или их мнение вообще в целом. Фестиваль жил, фестиваль живет и будет жить. И не только вопросами, он уже далеко вышел за пределы культурной сферы, но, как вы правильно заметили, он, значит, решает многие другие, в том числе социально-экономические вопросы нашего государства и становится такой хорошей площадкой, форумом, визитной карточкой Беларуси, куда стремятся наши партнеры с разных, самых разных, так скажем, стран и с самыми разными целями, потому что для старта может быть выбран Славянский базар, а в последующем рабочие, так скажем, переговоры, встречи, посещения предприятий, организаций или под финал, когда уже все договоренности соблюдены для того, чтобы поставить красивую точку. Таких примеров я знаю достаточно много, но раскрывать, скажем, не буду конкретные факты ввиду того, что это может быть коммерческая тайна, я же не знаю, какие там договоренности между нашими предприятиями, организациями и бизнес-сообществом белорусским, которые тоже активно используют в хорошем смысле слова этот фестиваль для расширения своих контактов и увеличения прибыли своих предприятий, что, конечно, для нашей страны очень хорошо. Сергей Михайлович, вот хочу продолжить разговор про высокое представительство, да, про какое-то деловое общение в ходе фестиваля. Вот частенько на фестиваль в гости в качестве зрителя, в качестве почетного зрителя, почетного гостя приезжает и президент страны Александр Григорьевич Лукашенко. Вот как это характеризует фестиваль «Славянский базар»? Потому что, ну вот, допустим, давайте возьмем то же самое Евровидение, да? Часто ли туда президенты стран приезжают? Ну, Евровидение даже стыдно вспоминать, особенно вот, вспоминая картинки последнего этого мракобесия, которое мы наблюдали, поэтому тут и сравнивать-то, конечно, нечего. Это площадка, которая себя полностью дискредитировала сегодня, поэтому, конечно, в сравнении ни в какой наш славянский базар с этими площадками, с этими
значит, с вот этим мракобесием не идет. Но что касается нашего главы государства, то, наверное, на каждом, на любом фестивале, сколько я себя знаю, я всегда вспоминаю президента, он всегда посещает этот фестиваль, этот праздник, потому что это его детище. Это его волевым решением этот фестиваль. Мы можем и сегодня с вами наблюдать вот в таком прекрасном, скажем, виде, в таком прекрасном состоянии, который постоянно развивается. И президент, как всегда, оказался прав, сжав его даже в самые сложные те годы, когда, ну, было тяжело экономически, в том числе, вытягивать вот такого рода мероприятия. Поэтому, конечно, президент всегда на фестивале. Президент – это, можно сказать, сегодня отец крестного фестиваля, с учетом того, сколько им лично сделано для того, чтобы он существовал, для того, чтобы он развивался, для того, чтобы все мы могли, скажем, наслаждаться вот этой красотой, которая будет совсем скоро, уже начала происходить в нашем славном городе Витебске. Это касается не только фестиваля, но и многих других белорусских традиций, которые благодаря президенту выжили сегодня и радуют белорусов, и не просто радуют. Это сегодня один из символов белорусской идеологии, если хотите, потому что он олицетворяет наше миролюбие, нашу дружбу и наше желание со всеми народами мира жить в полном понимании и согласии, так скажем, взаимоуважительной основе. Это символ, фестиваль сегодня символ белорусского государства, идеологический символ, который, знамя которого видно далеко за пределами нашей с вами Беларуси. Поэтому, конечно, президент всегда вместе с фестивалем, с участниками фестиваля, я думаю, что в этом году мы будем видеть там у нашего государства. Значит, что? Это значит, что фестиваль будет жить и дальше. Сергей Михайлович, предлагаю продолжать разговор именно про сам фестиваль. Может быть, у вас есть какие-то инсайды? Вот к чему в этом году готовится к гостям славного города Витебска? И вот хочу что заметить. 33-й фестиваль. Насколько справедливым будет утверждать, что с каждым годом масштаб этого, не побоюсь того слова, действительно грандиозного действия растет? Ну, к фестивалю, кстати говоря, как и мне тоже 33 года, это, по сути дела, мой такой ровесник, и на многих фестивалях я бывал, где-то в каких-то в качестве организатора по части Казахстанского дня молодежи, который тоже традиционно будет проходить на фестивале, он постоянно меняет свои форматы, поэтому много чего интересного там сегодня ждет гостей, я просто призываю всех посмотреть афиши, глянуть. Там и очень много мероприятий, которые, скажем, где свободный доступ. Любой желающий, попав в этот город, может, скажем, посещать многие мероприятия, не только в амфитеатре, но и в городе, связанные с фестивалем, которые тоже подарят достаточно положительные эмоции людям, сам по себе это знаю. Ну а то, что, еще раз повторю, фестиваль постоянно совершенствуется, и новые фишки мы с вами можем там наблюдать. Так вот, совсем недавно мы видели с вами и белорусский электромобиль, если так можно выразиться, был презентован на этом фестивале. Вчера, по-моему, позавчера прошла. Но так как лично я в разработке концепции его не принимал участие, то, конечно, знать о каких-то фишках не могу, потому что если это какие-то серьезные сюрпризы, то, конечно, о них желательно, чтобы зритель узнал непосредственно во время совершения, скажем, и подарка вот этого зрителям, да, потому что если это произойдет заранее, то, естественно, сюрпризы не случится. Никакой не сюрприз. Да, поэтому тут давайте, так скажем, соблюдем все-таки интригу, а сюрпризы будут, они каждый год бывают, мы с вами прекрасно это с вами осознаем, понимаем и неоднократно значит, лично лицезрели эти сюрпризы, да, поэтому все на фестиваль встретимся на Славянском базаре Витебске. Кто-то, может быть, и через телевизор встретиться. Ну, а многие сегодня, я знаю, стремились в славный город Витебск, нашу северную столицу, для того, чтобы все это лично своими глазами увидеть. Сергей Михайлович, есть у меня еще один серьезный вопрос, но есть еще один уточняющий. Вот все мы знаем, что буквально несколько недель назад в городе Витебске, в Полоцке прошел форум регионов, прошел с большим масштабом. Как считаете, вот это мероприятие помогло подготовиться Витебску к приему гостей? Ну, кстати, фестиваль, нужно сказать, что к любому фестивалю, который проходит у нас в республике, Жинки, уже серьезный фестиваль, связанный с профессиональным праздником наших хлеборобов, или вот Славянский базар Витебский, или форум регионов. Это наша белорусская традиция, особенность, которая очень много лет, когда, скажем, мы убираем у себя, образно говоря, когда ждем гостей. И, конечно, на Витебск помог и форум наших регионов, и к самому фестивалю очень много чего сделано. Гостиничный фонд обновлен. Поэтому для нас такого рода мероприятия это не только, как некоторые бывают, любят критиковать, там,
потратили бюджетные деньги. Это еще и хорошая возможность улучшить качество жизни, значит, наших людей, которые проживают в регионах, в наших городах, республике. Такие мероприятия, это опять традиция, кстати, установленная нашим президентом, вот уже в новейшей нашей истории, восстановленная нашим президентом. Это было и ранее в нашей древней истории, но президент это восстановил и акцентирует на этом внимание, посещая всевозможные форумы рода в регионах, о том, что и регион-то приукрасился с помощью проведения там того или иного мероприятия. Ну, а Славянский базар действительно серьезно ему помог форум регионов. И опять же, это лишний повод съездить и своими глазами все посмотреть, как сегодня украсился, значит, город Витебск. Вот не могу с вами не согласиться, особенно про Дожинки, потому как, ну, это вот действительно города просто преображаются на глазах. Сергей Михайлович, последний вопрос. А вот в последние годы, давайте признаем, значительно усилились такие вот попытки Запада изолировать Беларусь, но, как мы видим, попытки провалились. Вот как Славянский базар подтверждает тезис о том, что не удается Западу изолировать нашу прекрасную Беларусь? Ну, сам факт его проведения, участия представителей, в том числе европейских государств, тому подтверждение. Причем мы же с вами знаем, что экономически сохраняются контакты. За ними, кстати, идет охота, за этими контактами, для того, чтобы навредить своим, что, скажем, бизнесменам, предприятиям, чтобы, скажем, они не могли с нами работать. И в вопросах политических у нас достаточно много союзников в Европейском Союзе, в том числе те, которые сегодня прошли вновь избранный Европейский парламент, мы с ними контактируем. Еще очень много других направлений, где мы совместно работаем. Сегодня невозможно нас изолировать, потому что большая половина планеты, большая половина населения дружит с нами и стремится, скажем, к взаимовыгодным, взаимоважительным контактам. Это и последнее вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества, которая, кстати говоря, и относится к тому объединению, которое объединяет больше половину населения планеты. Поэтому о какой может быть изоляции идти речь? Ну, а любые вот эти преграды, которые нам пытаются здесь чинить, они, естественно, делают нас только сильнее. Да, нужно признавать, что это нелегко. Достаточно тяжело работе и правительства по преодолению этих преград. Но правительство работает эффективно, и мы видим с вами, находит варианты, значит, трансформации подходов торгово-экономических для того, чтобы, скажем, эти преграды, их влияние на нашу экономику были минимизированы. Ну а в культуре, в науке, в спорте, хотя тоже мы знаем, много чего происходит негативного в нашу сторону, да, в этих сферах, в социальных сферах, это вообще невозможно, потому что это отношение конкретных людей, на которых влияние политиков минимально, хотя политики стараются как раз-таки такое влияние оказать, и я уверен, будут, к большому сожалению, как это было ранее, давить на, в том числе на тех, кто приедет с европейских государств сегодня на наш славянский базар. Вот это их демократия, мы тоже должны говорить, показывать нашим людям, что есть такое сегодня западная модель демократии, свободы слова, всех остальных ценностей, которым они нас очень долго ими учили. Их просто нет сегодня там на Западе. Это обычная стандартная диктатура олигархата, которая готова уничтожить всю и культуру, и науку во имя, опять же, личного своего обогащения. Только деньги управляют сегодня этим Западом, и никакой культуре речи быть не может. С вами видели культурный фестиваль Европы, как он сегодня выглядит, это просто позорище. Ну, с уверенностью будем говорить, что наш Славянский базар не просто превзойдет, а супер превзойдет все вот эти вот действия, все вот эти вакханалии, и все гости фестиваля действительно получат огромное удовольствие от того мероприятия, которое будут лицезреть в эти дни в Витебске. Сергей Михайлович, позвольте вам сказать огромнейшее спасибо за уделенное время, за то, что в наш эфир пришли и дали возможность услышать ваше мнение. До свидания. Спасибо вам, до встречи. Хочу напомнить, что культурные мероприятия в этом году запланированы вплоть до 15 июля. Сегодня открытие фестиваля ознаменовано показом проекта «Гости из будущего». На этом концерте выступят известные блогеры, эстрадные исполнители и детские коллективы. Обязательно присоединяйтесь к празднику. Спасибо, что смотрели. Это телеканал «Беларусь 4 Гомель». Михаил Садовский. До свидания.